Arkam kanıyor. Siyahtı ki. Nırma ügür açacağız. İstrimiz kar. Нажмите А, нажмите старт. Проверка соединения. Не ставится этим пла. Я вроде расставил, сейчас не показывает. А что ты хотел поставить? Ты давай заходи, что хотел поставить. Сука! Нахуй это ПП делал, блядь, вчера. Ты что, фар поставили симплан? Ага, зайди на стрим, посмотри. Чё? Ты давай заходи, не с тобой. Да, бля, я подумал, ты мне говоришь, заебал. Хожу. Заводи. А, ПСР убят. Классный. Не заводи. Да на лучше ты. Играйте в пасмурно и не запихивайте в угол. Игра недоступна. Да, у них почему-то какие-то приемы недоступны. Да байки какие-то мы словили, походу. Я, наверное, свою. Так что запусти кто-нибудь другой. Тох, давай ты. Амплуа раздай. Давай. Че, кора все? Давай мне. Кого? Белорусским аппаратом был. Хотя вот эти тоже сразу, в общем-то. Надо Севу запустить. Не раздает. Он европейский интернет. Так, мы приглашаем первый. Сука, европейский интернет. Откуда ты знаешь, может, я с Питера провод протянул? Точно. С Москвы.
Зови Тох. Че, кидайте, да? Да. ПФЦ они. ПСФ. Те вон написали. Еще раз. Ты ПСФ. Прочитай вслух. Ты лох просто. А, ну все. Так это тебе. Ты даже не сказал вслух прочитать. Я тебе прочитал, ты лох просто. Ну так ты про себя прочитал. Нет, я про тебя. Вы там опять с Архоном будете переговаривать в игре? Вовк. А, Вовк. Что? Ты что такой уставший? Не знаю. Что случилось, рассказывай. Да ничего. Почему у тебя, что у тебя с голосом? Просто. Поиграем? А, с Эхваром поссорился просто. Переживаешь? Да. А Аквар? Нет, в том-то дело, поэтому я грустный. А почему у нас форма как рыза стала? Да. Причем на целых два дивизиона выше, так что задача вполне посильная для этих ребят. Мяч отобран чисто, ну-ка, кто к нему успеет первым? Азар. Арест тут должен последовать. Мяч за боковой линией. Солнышко такая форма. Дорожить нужно мячом, а не дарить его соперника. Лукаку. Хорошо увидел партнера впереди. Хороший по задумке пас. Оставляет мяч для навеса. На, в этой атаке мы уже хорош, ничего интересного хорош. Не увидим. Мяч ушел за пределы. Машина. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Кагава. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать тут. Терпеливо ждут они своего шанса. Ладно, зачем ты вверх пошел в итоге? Шел бы, как шел вниз туда. К воротам. Марк, у тебя сэшники открыты постоянно. Элзебл тоже. Ну... Это типа если там наверняка. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Опасно тут может получиться. Дисоза Филью. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Не удел оставили обороняющегося игрока здесь. Рисково. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Подавай! Штрафную подачу есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Я думал, кто-то скажет. Всего топ. Спасибо. Браво. Нажал на кнопку. Тут можно было так же, треугольником, топ через аквар, аквар на топ. По идее, те же самые врывы должны быть. Не обязательно через меня. Есть адрес у этой передачи. Какое спасение! Пойдет, пойдет, молодцы. Очень здорово играет голкипер, просто невероятная реакция. Да, давай разыграем, Сконор, подойди. Вернее. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Веш. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Я вратарю. Нормально. Кагава. Браво. Из-за боковой будут мяч выводить они. Сон, через пас. Да, обратно. Открыли, ставим на пас. И все. Что придумали?
Придумывать надо где-то ближе штрафной. Здесь ты чё? И разрезающий пас на ход. Угловой шанс выйти вперед. Давай по-простому, ну, что на пенальти. Давай на 11 всех уже забились. Мяч летит в центр штрафной. И пушечка. Не проебать главное. Хорошо. Выбивает мяч игрок. Отлично. Какой удар! Нормально, нормально, только сейчас все будет. Конечно, кар можно было сунуть. А то никак. Тебе лишь баклару сунуть. Давай, Нортон, спокойно. Хорошо. Сука, его нету. Заебал. Лукаку. Хороший пас на ход. Получает он эту передачу, может быть опасно. Ой, блядь. Когда не получится. Лучшего ассистента. Хорош фикс. Браво. Кагава. Владеет мячом команда и выбирает. И пробил. Лука, давай на ближнюю попробуем, или так не делается в фифе? А так это делается, давай. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. И выносится мяч из штрафной. Ну и на пас сразу нажимал. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Казалось уже, что вот он момент. Блин, но вот это отличный зима. Перехват отвел угрозу от ворот обороняющейся команды. Дальняя вперед сильно кину. Да не надо, не надо, не надо. Ну нет, так нет. Оп, Марка. Хорош. Кагава. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Давай на один поесть, я забью. Только сзади. Иди спонер, подойди туда. Еще один подойди, цветок тоже подойди, где-то вот тут, где спонер сейчас пробегает. Да. И решили разыграть побыстрее угловой. Сори. Хорошо, мяч перехватили. Спокойно, пойдет. Пойдет, пойдет. Ван Перс. Дисоза Филью. Слишком сильно. Мяч. Хорош. Право, право. К основному времени арбитр... Уже подлива пошла. Боже. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Не слышу. Пойдет, все, давайте. Бля, сейчас на весик. Навесь на меня на один, да. Давай. Самое скопление. Есть шанс выйти вперед. Не на один пошла. Так бы ты забил, да? Конечно. Я побежал, а в итоге раз мне надо потянуть. Ну видишь, как пошло. Дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Все верно. Пора сместить акцент атаки.
Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Все правильно. Выбит мяч из штрафной. Азар. Ван Перси. Пойдет. Хорош. Грубый отбор тут и желтую видимо. Игрок получает призыв. Заметь, он даже не спорит с арбитром. Далековато тут для удара, но он все-таки рискнет пробить. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Короткий пас тут. Лукак. Кагава. Браво. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Мяч у соперника. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. Хорош. Лукак. Отличный отбор, но мяч-то кому? Алло, блядь. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. А как разыграете через ряд? Важный момент сейчас. Это реальная возможность выйти вперед. Встанем, кто-то разыграем. Ну, а ту дырочку через верх, низом, на ход. Ну или так. Изи нахуй! Ну что же, надо поздравить парня с тем, что он забил, потому что такое счастье защитнику выпадает не каждый день. А еще говорят, что технично... Я там встал на подсос, думаю, через верх. На самом деле, это не так. Посмотрите, как здорово исполнил, а? Сейчас прорвет. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорош. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Да? Хава. Ням-ням-ням. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. 30 минут играть осталось. Обратно, конечно. Там можно касание ему сразу вернуть. Просто дергать надо постоянно. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Да, сука, это никогда не произойдет, блядь. Это я, блядь, сейчас убью эту игру, нах. Блядь, играю в сезоне, ну все же заебись, блядь. Ну это пиздец, ну. Я не понимаю, ну. Оно того не стоит. Лучше не убивай. Ну у меня, блядь, я хуй. Я или отклик, или что, я не понимаю, ну. Это пиздец. Вот Марка можно. Сказать. Хорошо. Дисоза Филип. Защита первая на мяче. Вынос. Под тобой, если чё. Хорош, молодец. Кагава. Браво. Всё верно. Не так же, всё за. Кагава. Напрашивался этот пас. Через центр сложно. Возьмем туда пихаешь. Это, конечно, не стандарт, но... Сейчас бы я назад сыграл, ты же на меня, и я к тебе обратно вернусь. У тебя пустое свободно. Браво. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Азар. Давай, до конца. Ван Перси. Не на кого делать. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Выбить нахуй. Ловко есть. Ага. Кагава.
Ну, давайте начнем считать, сколько этих передач. На рекорд? Хорошо играют в пас, но тут надо признать, что и соперник-то не особо мешает. В отборе играют действительно слабовато. Куда ты разворачиваешься в реальности? Я-то? Да, всегда в игрока разворачиваюсь. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас... Надо по низко играть, повыше играть. Мяч летит в центр штрафной. Пидорас. Хороший мяч. В одном номере. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ван Персон. Хорош. По флангу развивалась атака, но успешно защитник играет. Отлично сыграно, может быть опасно. Конца игры 7 минут. Хорош, соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Увидел открывание впереди. Есть. Отлично. И что это? Карлов. Ой. Перевес в счете, следствие перевеса в игре, инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Занял столько, сколько сел. Ну и следствие всего этого на табло. Че? Назначает штрафной. Все, давай справа я тебя сейчас заброшу. Скинешь там центр? Да, да, да. Давай, здесь получится, конечно. Я надеюсь, получится. Не, не получилось. Ну что ж, прошу. Нормально. По свечку. Да, там чуть-чуть пережмешь вправо, она вправо пойдет. Чуть-чуть влево, влево пойдет. Одно хотел или не хотел? А вот как раз хотел подержать. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Корпус надо класть, куда хочешь дать, чтоб четко было. Будет на ближний прям. Будет в давай. Или розыгрыш хуярить, я не знаю. Давай, на ближний. Даю. Штрафну, и это удар! Ну. И снова придется разыгрывать угловой. Давай, сразу. Угу. Туда. Нормально. Теперь вытащить марка без желтых марков. Самое время контратаковать. Нужен. Хороший игра на перехвате, и вот мяч. А то ты любишь фазы с гейм, потом, блядь, в следующей стадии. Если выйдем. Без перебор желтых, ты будешь расстраивать. Давай, на ноль надо. Мы дома. Так это матч один или два матча? Куда это идет? Скупка. Там есть отдельный рейтинг? Да, да, есть. Ничего себе, это я че? Мох, это я че? Уже два ассиста, да. Ну нет. А мы считаем их, разве? Я тут думал, это просто так. Не-не. Все серьезно. Но они на шпор не идут с тобой. Они же только знают. Че ты там сказал? За сезон только у нас с тобой спор. Да, за сезон. Ничего себе, ты какой хитрый. Не, ну просто не договорились, начинай как будто пофигу. Да, 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 да. Там в конце посмотрим. У меня опять импла нет. Только тебя дал. А такие голы-то будут учитываться, типа гол недели? Все-таки такой необычный розыгрыш гол-то. Или а, там только в туре? Но который первый гол-то, чё, ну чё? А, да это говнище, все хорошие голы. Слышь, пошёл нахуй, понял, говнище это твоя команда. Ой. Ой. Ты, получается, тоже. Ну, даже без меня.
Можем, кстати, поменяться по фану, если хотите. Кто-то из защитников. Вот так это мы только проиграем, если это за фану. Вряд ли. Можем поменяться с кем вы вместе хотите. В принципе, кубок. Да вообще кинь. Вовка, давай на форварда. Потоха цов. Там ни одного мяча нет. На линзу З, а я на ворота. Что-то тишина, сразу все притихли. Я в матч переставлю. Вовке ж надо статистику поднимать. Дрочер. Может, баночку забьет. Вовка две голевые отдал всем там уже. Это уже давно было. Да. Даже в статье там и пойду, кстати говоря, я дал две голевые. На секундочку, что все. Не все же будут смотреть это дерьмо. А сейчас он прийти, короче, у него там очков 10 подбора перехвата. И он не знает, что делать. Рома. Чё? Чё за подруга? Не знаю. Сейчас забьёшь на чё-то. Если хочешь вверх выигрывать, то сделай повыше туда. Я там даже цепочник выиграл. Мать, это что сделать? Не знаю. Вовка, в этой фифе нет рекламы больше? По фанбету-то? Не-не, ну по фанбету, да, и собственно. Не, я домен буду менять. А что такое, не пошло типа? А нам под фильтр попал. Типа клон сайта. Да, оно все переделалось и менять. А, нифига, тут даже такое есть. Ну, типа занижает поиск. Завис, блядь, дырка на пальце. .ру. Да, вот дырявый носок. Вот, да, да. Носок Севы. Не пизди, у меня дырявый. Сева без носок. Без носок. .ру. Или какой там скинки? Домен. Я не знаю, какой у тебя. Я предпочитаю .фи. Фил? Да, тоже неплохо.
Ром. Купи мне ботинки. Вот, Лёхе, пожалуйста, вопрос. А? Лёхе вопрос. Ну, пожалуйста. Не, ну ты ответь сначала, а потом уже будем думать. Вся казна у Лёхи. Пожалуйста, учить такие плохие зимние. А чё, они сдались, что ли, или чё они? Я не знаю, всех пишут. Сдались, конечно, что ли. Ну, блин, если им я забил, то это можно удалять. Это неплохая идея сдаться. А мы, если сдадимся, а нет, не проходим, блин, отдалите забил. Так будет золотого хоть. Но было 4 забили. Нет, 3-3, чтобы и до золотого третий матч. Там же так, или они пенальти разрешили? Ты думаешь, что это регламент читает? Так же пацаны думали, тут один матч и пошли спать? Нет. Ну ладно. Так, там 10 минут, по-моему, да, по регламенту? Между матчем. Я не знаю. Ты не читал? Кто тут есть? Кто эти два? Зовёт. Посмотрит меню. Кто зашел? Напишите в чате. Так, смотришь? Кинем даже. Ага, вижу. Выход в третий дивизион – это невероятный успех для них. Теперь ой, они могут почувствовать, каково это – играть с лучшими. Открытие арены на стадионе Ингеле. Первый удар по мячу, и игра началась. Они типа спартачей. А, да? Вряд ли можно в данной ситуации... Ты что думаешь, Шелов поменял? А я-то думаю, сука, чё ты не шутишь, а ты типа уважение, да, проявляешь? Конечно. Наш брат. А-а-а, чё, дёсны с ними уже лучше всё. Ой. Шелов, думаешь, почему зубы нет? Чёрный юмор подъехал. Никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Друзья, вы помните, или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Наносит удар игрок. Сыграно, мяч потерян. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Блять, создал одно. Ну пиздец нахуй. Я не знаю, что за игра, блядь. Сто пудов коннектно. Да просто канадцы гонят. Да не, блядь. И тот раз. Ужасно. Я вот так вот это перестал играть. Блять, не знаю. Был Тоха, был. Хорошо,
хорошо мяч перехватили в атаке. Губки. Лево, лево. А как зовут французского защитника со Спартака, который колено наебнул? Или какая-то там травма? В этом сезоне перешел, ну в том точнее. Жиго, фамилии, фамилии какие. А, у него не колено, а что у него? Ну эти у него кресты тоже. А. Подожди, а кресты это... Это голова. Травма головы в бутыле. Ой, блядь, за 150 начи. Самуэль, жигу. Давай на фланг, ну давай, конечно. Хорош, Нортон, батя. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Ой. Все верно. Ох, ваш, пожалуйста. Какая техника, как он обращается на мяч, вы только посмотрите. Какой шанс. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. И разрезающий пас на ход. Ай-яй-яй, сучка. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Подали мяч с углового в центр штрафной. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли. Трое нихуя не навалились. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Не получилось контратака, соперник успел сесть в оборону. И чуть-чуть мимо, опасно могло быть. Хорошо. Хорош. Атака развивалась, но мяч потеряли они. Хороший пас на ход. Вот это что, да? Разгадали соперника, они и завладели мячом. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Хорош, Нортон. Будет навес. Я думаю, желтый как не что. Кор. Отлично, отбор. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Что-то из этого стандартно может получиться. У них отличный шанс выйти вперед. Ой. Теряет атака мяч, штрафной. Вешай. Вынос. Будет штрафную подавать. Кагава. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хорош. Да, нормально, отбор, блядь. Нормально, нормально. Вот может быть интересно. Хорош. Отличный сейв вратаря. Хорош фишек. Мяч у соперника. Ай, блядь. Не дает этой атаке развиться. Браво. Очередной точный пас в его исполнении. Можно подать. Дали мяч принять. Нихуя не угрыз деревянный. Хорош, хорош. И правильно... А не там, блядь. Дальняя, дальняя, дальняя. Дисоза Фили. Хорошая игра на перехвате. Итак, первая половина встречи завершена, пока ничья. 0-0.
Много пасов на ход стало, ноги посвятить. 61. Блин, вот вы вроде все делаете одно и то же, но вдруг понимаете. Но честно, пока что мне кажется медленно. То есть если бы быстро, они вообще охуели. Или в этой фифе быстрее тяжело? Да не тяжело. Просто да, не надо переигрывать. А-а-а. Вообще не играем в стеночки, то есть. Или обратно не отыгрываем никогда почти. Вторая половина матча началась. Ух, какого хуй? Ой. Так что после второго паса уже закрыт все. После быстрого. Там уже рандом идет. Хорош, по-моему. Будет угловой, и это, конечно, возможность забить и выйти вперед. Центр штрафной. Отличный момент. Блять, спас, он скидывал. Атака завершена. Удар. Спасибо, ход, видимо. Не, серьезно. Да иди ты нахуй, Фома неверующий. Скосял пупку-то? Потери и у соперника. Я с такими, как ты, не играю. Не, не скачал. Блять, ох. Пересек мяч боковую линию. Вперед, кто? Я сзади один, если че. Давай, побежали. Дергай стик, быстрее. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Карасо. Дисоза Филип. И где навес? Хорош, ну. Окей. Okay. Откуда то Фили замечи? Золотой. Да, я дал то. Барселона на своей. Нормально все, не знаю. Да не, я не. Меня устраивает, чем вынос. Сука, блядь. Давай, ставим гол. Хорош, хорош, Марко. Не ругайся. Кагава. Лукаку. Увидел открывание впереди, делает передачу. Обратно. Медленно затухло, как выброшена на берег рыба. Мартин выиграть. Хорошо. Четырех. Ой, блядь. Да ну нахуй! Очень обидно, потому что момент-то был голевой, но в итоге попадают они в штангу. Есть игрок впереди, пройдет передача. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Атака прервалась на подступах к штрафной. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Навес в штрафную. Забирает мяч голки. Дисоза Филью. Ван Перси. Навешивает в штрафную. Хорош, там кому сыграть. Sorry, кулаками играет вратарь, мяч выбит. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. И это еще не конец. Может быть, атака Лукаку. Кто знает, представится ли им еще такой шанс повести в счет. Их реально тащит. Это хороший фит. Ну, решай же! Антоха в кубке в 300 играет. А потом камбирай забивает, да? В нашей игре. Дисоза Филью. 20 минут до конца основного времени матча. Ди Мария. Ван Перс. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом.
Хорош, малин. Вообще хорош. Ну, я проебал вспышку, извини. Подъебываю, подъебываю. Но я не смотрю просто, как они меняются. Вечно. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Защита первая на мяче, вынос. Отлично сыграно, может быть опасно. Пас на ход партнеру. Тут может быть опасно, здорово открылся игрок под этот пас. Уху, пас по головой. Довести отрыв до двух голов. Дай нам бишку, бишку. Прям на угол сюда, да. Мяч летит в центр штрафной. Это заебал, но первый на мяче выпрыгивает, и анимация делает ворот. Конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Увидел открывание впереди, делает передачу. Хорош, пойдет. Какой опиздатый контратака замутил. Очень сложно будет выбраться сопернику. Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй. Оформляет таким образом дубы. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Давай Вовку на дальний, где она? Вовк, при чем? Ну ты же высокий, или ты пиздюка сделал? Давай на дальний. На Вовку вешай, а он скинет. Только это. У меня нет этой. Там фейровый. Неплохой был пас, но передачу прочитал. Ох. Плохая передача, мяч просто покинул пределы поля. Кагава. Игрок поспешил залез в офсайд. Карасо. Дисоза Филью. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Наносит удар игрок. Голкипер фаст. С этим ударом на отлично. Нет, блядь, сука. Голкипер как тут отправляет мяч подальше от своих ворот. Можно провести контратаку. I thought you strong. Карасо. Хороший пас по флангу. Казалось уже, что был этот момент. Но отличный перехват отвел угрозу от ворот обороняющейся команды. Загубили потенциально опасную контратаку. Потеря мяча в довольно простой ситуации. Ну я Вульфу отыграл, чего он там валялся. Я в другом фланге. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Сделал. Блять, как не промазал, я не знаю. Заебись, че. Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо Квар жаден. Я там как-то. Даже не. На скорости летел вратаря. Потери и мяч у соперника. О, Квар, Квар. В данной ситуации видеть игрока хороший. Перехват был хороший. Игра закончена. Все, ребят, всем спасибо. Пожалуйста. Завтра, да, завтра. Все, всем пока. И что, на кого мы дальше попали? Yes.